только для вас. Все свои сообщения, заявки на любимые композиции вы можете отправлять на короткий номер. Вас поздравляем с победой. Друзья, все получится, если очень этого хотеть. Шансон – одна из самых популярных радиостанций России, которая уверенно входит в золотую тройку лидеров вещания. Только в Москве ежедневно это радио слушает более 1 000 000 человек, а общероссийская аудитория шансона составляет более 8 миллионов. В Магадане волна 88FM, на которой работает шансон, одна из самых любимых. А само радио – наиболее динамично развивающееся и стремительно набирающее популярность. Вещание радиоканала «Шансон Магадан» началось в 2012 году. Свое 5-летие одна из самых популярных на сегодня в городе радиостанций отметила 1 октября. К этой дате радиоведущие подготовили множество интересных розыгрышей и передач. Главным сюрпризом для слушателей стал фестиваль авторской песни «Шансон Магадан», который впервые проходил под патронатом популярного радио. Итак, встречайте, всеми любимые шеф-редактор Владимир Картунский и радиоведущая Екатерина Гений. Добрый вечер, друзья! Мы приветствуем вас на первом музыкальном фестивале «Шансон Магадан», посвященный юбилею одноименной радиостанции всеми любимой всенародной «Шансон Магадан». Друзья, большое спасибо, что вы пришли сегодня разделить с нами этот праздник. Надеемся, что вся хорошая музыка и красивые песни обязательно придутся вам по душе. На сцене муниципального центра культуры выступило более 20 колымских исполнителей. Со сцены звучали хиты известных шансонье и авторские песни. Остальное мы думали сама.
Роман Ренько 10 лет пишет музыку и текст. Поднимался на сцену в Хабаровске, Москве и Сочи. Но магаданская публика для автора привычнее. На фестиваль, говорит Роман, привел случай. Информация о наборе попала на глаза в сети интернет, когда в зале уже шел отбор исполнителей. Без подготовки через 20 минут он уже стоял на сцене перед экспертами. В первые же секунды завладел вниманием публики. Белые, белые сопки, молча летят на голодных чаек. Греются люди горячим чаем, море укрылось узором льда. А за окном мечет, холодно будет еще так долго. И Колыма вам совсем не Волга, она запомнит тебя навсегда. Про север пишутся на чужбине, когда ты скучаешь по сопкам, по чайкам, по этим людям, по природе. И когда ты находишься долго там, и ты, конечно, у тебя это копится, и начинаешь писать по этому. На фестиваль попадали и благодаря харизме. Павел Руденко смог расшевелить публику. В его репертуаре в основном песни известного шансонье Виктора Королева. Песня очень веселая, заводная. Она вообще у Виктора Королева каждая песня – это шлягер. Поэтому, ну, как бы, пускай она немножко не авторская, но зато настроение, я думаю, у зрителей поднялось. Партнером фестиваля «Шансон Магадан» стал медиахолдинг МТК «Видео». Все собранные деньги с продажи билетов радиоведущие направили на благотворительность. Мне очень понравился концерт, я ни разу не пожалела, что я сюда пришла. В следующий раз обязательно, если будет концерт, я еще раз сюда приду. Первый раз на таком концерте, именно радио «Шансон». Хотя в Магадане живу с самого рождения. Но концерт просто супер. Исполнители все хороши, все. Мне очень понравился Павел Петров, он вообще супер. Фестиваль, он просто у нас, я считаю, получился, был просто шикарен, исполнители, прекрасная публика. В общем, надо сказать, что я конкретно довольна, и мы надеемся, что на следующий год мы повторим все это действие, и будет еще круче, будет еще лучше, интереснее, и прибавится еще у нас участников. Через год фестиваль авторской песни расширит границы. Радиоведущие студии «Шансон Магадан» планируют пригласить известных столичных исполнителей. Не пропустите! Mm-hmm.